Ребята, мы снимаем, сейчас тишина. Спасибо. 3, 2, 1. Интернет-сериал «Хостел» — это интерактивный проект, впервые в России такой, где любой желающий может поучаствовать в этом проекте и принести свою лепту. У меня нет абсолютно никакого актерского опыта, и в этом заключается фишка проекта. Все, кто участвует, это ребята, которые увлекаются какими-то уличными видами спорта или уличным искусством. Они все пришли с улицы, у них, возможно, не было каких-то шансов показать то, что они могут, и проявить свой талант. А здесь, ну, наш режиссер дает им шанс. Все, съемка! Это история о молодом человеке, который занимается агрессивными видами спорта и приезжает в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть и увидеться со своей подругой. Он заселяется в хостел, в котором мы как раз и снимаем, и в один из вечеров здесь пересекается с двумя девушками, которые вообще не ожидали, что он здесь окажется, и просыпается без внутренних органов. Видимо, я одна из этих девушек, и сегодня буду играть эту роль. И у нас хоррор-стори, то есть сделана именно ставка на городские истории. Это происходило в Петербурге. Действительно, такая ситуация была, что две девушки, в общем-то, замутили парня, пришли к нему домой, правда, не в хостел, это в хостел уже мы обыграли, пришли к нему домой и напоили его, и утром он проснулся без почки. У нас примерно то же самое, только в хостеле происходит, и люди, которые увидят это, возможно, пойму, что не стоит там баловаться и алкоголем, или какими-то либо наркотиками. Но, в общем, мораль, может быть, увидит это. Мы, в общем, тоже действительно хотим принести какую-то мораль, чтобы люди... Извините. Чтобы люди поняли. Какую-то мораль мы хотим принести. Ну вот практически в экстремальных условиях, прямо во время, да, съемочного процесса проходили съемки этого сюжета, поэтому вы видите огромное количество людей, какое-то движение постоянно в кадре. Ну а в нашей студии режиссер и автор проекта Виктор Демидов, а также экстремальный роллер, человек известный в нашем городе. Доброе утро. Доброе утро. Всем привет. Новый проект ваш в самом разгаре. Расскажите, пожалуйста, подробности. На самом деле, давно очень вносили эту идею проекта. Mm-hmm. Был пару лет назад похожий проект, интерактивный веб-сериал, но не получилось. И вот со временем мы уже своей компанией решили все-таки довести до ума, придумали идею, собрали таких достаточно ярких представителей экстремальной танцевальной среды. И поместили всех в хостел. Вообще, да, вот мне очень нравится сама вот эта вот задумка, потому что, ну, хостел — это место, да, где человек проводит ночь и уходит, да, то есть там постоянно что-то интересное происходит. Да, дело в том, что мы постоянно путешествуем, и как раз-таки мы в первую очередь делаем о себе, конечно, истории, то, что сами знаем, то, что с нами происходило. Часто путешествуем, происходят разные истории сумасшедшие в хостелах и в отелях, и есть о чем рассказать, и это реально интересно. Мы сами собираемся, бывает, где-то вечером, и рассказываем mm-hmm. истории, там, ты представляешь, что было, там, ох. Это примерно в таком же духе мы хотим, в общем, показать только. Все в основе реальность сюжета событий. Реальности, да? Реальная история. Немножко приукрашена, естественно, для красного, чтобы... Ну, на то и кино. Вообще, вот снимать кино своими руками, насколько сложно все это складывается, я имею в виду не финансы, в первую очередь, я имею в виду вот творческий коллектив ваш, да, потому что нужно же все равно как-то вот приобщать, да? Притираемся, людей, которые... естественно, потому что люди не профессионалы, все угу. мы, естественно, да, вот, мы как-то снимались, где-то показывались. Преимущественно нам не нравится то, что происходит, то, что получается, и мы решили сделать сами. Но, естественно, сложно, притираемся, бывают и скандалы у нас такие там... На съемочной площадке. Да, бывает, бывает. Но находим людей, которые адекватные, конечно, в итоге, и что-то получается. Ну, каждый может принять участие. В принципе, каждый может помочь. Но преимущественно, конечно, мы все-таки рассчитываем на людей, которые в этом как-то подкованы. Такие, опять же, экстремалы, артисты, которые танцоры, графичики. Они все могут себя проявить достаточно, но мало используются нашим телевидением. И как раз мы хотим дать им возможность показать себя. Стартап. Да. А много серий планируется вообще? Вот это мы, как поняли, съемки первой серии. Сколько планируется серий, какой там выход их?
Будем надеяться, что много. Историй очень много, реально. То есть в голове действительно как минимум 3 серии впереди еще есть, вот, которые прям уже, вот, уже сценарии готовы. Так что будем надеяться, что пойдет далеко. Потому что идея тоже достаточно перспективна, что хостелы повсюду, по всей России сейчас. Только в Питере, оказывается, 330 хостелов. В Нью-Йорке 35, а у нас 330. Вещь. И, конечно, ну, это же тот самый бюджетный вариант путешествия, о котором мечтают все. Вот преимущественно снимаются у вас ребята, которые занимаются как раз экстремальными видами спорта. И я так понимаю, что в сюжете и видео, да, несомненно, будут все будет, вот эти конечно. Вот. Мы, естественно, тоже какие-то такие фишечки свои покажем. То есть экстрим, там есть битбокс, есть и граффити, модные люди. Вся какие-то, вот эта вот культура, она, в общем-то, немножко жесть. Естественно, а вот мне интересно, а хостелы не обижаются? Они уже, это же в реальных хостелах снимается. Да, все. Сначала в хостел мне сказали, потому что, так репутация их будет слегка. Сначала, да, был вопрос такой, как хостела, когда вот мы снимали, что не очень ли нам это плохо, потом скажут, что у нас тут почки вырезают. Я говорю, что ну в реальной, в Англии есть такие места там с привидениями, где вот люди платят дополнительные деньги, чтобы что вот с каким-то с духом пообщаться. С перчиком каким-то. Тем более, что и юмор тоже присутствует без этого никак. Да нет, все люди. Юмор и, в общем-то, экстремальный спорт – это тоже украшение любого кино. Вот теперь, если говорить об экстремальном спорте, у нас весна на дворе. Когда сезон-то в северной столице? Уже катаемся. Официальное какое-то глобальное официальное мероприятие? Официальное открытие где? Мы делаем в мае в Санкт-Петербурге. В начале мая будет. У нас официальное открытие проходит на Московской. Уже в этом году будет 4-й год подряд. Роллеры, скейтеры, BMX-еры и самокат-райдеры собираются вот ежегодно. И там делаем достаточно большое событие. Ребята максимально стараются. Очень круто получается. Советую вам приходить, если получится, на Московской. Ну вот, судя по всему, с каждым годом те, кто занимается экстремальным спортом, становится все больше. Ты же давно уже в этом, больше 10 лет. Как вы наблюдаете? Почти 20 лет я уже в этом. Когда я начинал, это вообще было... То есть нас ассоциировали с хулиганами, шпаной. Да, это какая-то была такая отдельная культура. Да, какие-то нас показывали на телевидении как ОПГ, в принципе, как организационная какая-то группировка, к которой опасно подходить. Но в дальнейшем люди начали понимать, что это действительно спорт, что это действительно люди, там, которые там занимаются достаточно адекватные и хотят что-то добиться. Тем более у нас сейчас есть чемпионы, которые чемпионы Европы, даже есть чемпион мира, вот, который занял в Эстонии первое место в мировом соревновании. Так что... Ну, тем более, что посещение мероприятий Сочинской Олимпиады, это тоже, в общем-то, признание, да? Да, это действительно было очень круто, потому что нас позвали наряду с остальными там большими артистами выступать в церемонии закрытия олимпийских, вот всего олимпийского движения, паралимпийских игр. И показали по всему миру, то есть наша Россия выставила наших экстремалов, чтобы показать по всему миру. Мы прям очень это респектнули, честно. Да, но вот это к тому, что экстремальный спорт из неких таких андеграундных каких-то... Конечно, то есть раньше... Да, вышел на такой высокий уровень. Раньше не теперь нас уже наравне со всеми остальными показывают для всех. И, кстати говоря, выбирали нас итальянцы, шоу делали вот именно нашу часть итальянцы, и поэтому это было особенно для меня важно, такое что международное выбрали из всех, да, всех всей России, получается. Выбрали вот меня там и еще моего друга, и только 2 роллера там было, 4 скейтера, 5 BMX-еров, и вокруг нас там 5000 статистов в этот момент. Ну вот а какой самый популярный вид спорта среди экстремальных? Роллеры, ну, скейтеры, сейчас кто? BMX входит, насколько я знаю, в тройку самых зрелищных видов спорта, то есть это в мире. Это собирает самое большое количество людей, и соревнования, и шоу. То есть BMX сейчас на пике популярности. Раньше был здесь. В самом начале, в 93-м году, где-то были ролики. Максимально люди катались на роликах, потом скейтборд, а сейчас вот BMX. Это очень близко к мотоциклам, поэтому люди, в общем, ну, это все, безусловно, зрелищно, цепляются. Красиво. Спасибо огромное, да. Виктор спасибо. Демидов, режиссер интернет-сериала «Хостел» и экстремальный роллер в студии «Лайв-78». Отличного спасибо, вам дня. Удачи. Спасибо, спасибо большое. Вам тоже всем.